Здравствуйте. Кто сейчас меня видит? Я сестра Байкенова Азамата, молодого блогера, которому не безразлична судьба нашего народа. Он освещал жизнь простых людей, с какими проблемами приходится сталкиваться простым работягам. То, что он делал, наверное, не нравилось нашим властям. Я не знаю, вообще в шоке, как могло, ну, что могло не понравиться в выступлениях Азамата, потому что любое выступление — это, наоборот, показывает, как живет наш народ, в каком состоянии наши города и селы. Это как бы даже помощь идет власти, вот, чтобы они обратили на это внимание. Но у нас, хоть и говорится, что у нас демократичная страна, что у нас свобода слова, на деле этого мы не видим. Я переполнена благодарностью всем людям, которые оказывают нам сейчас помощь. Я в таком стою восхищении от наших людей. Я даже не ожидала, что будет такая поддержка. Столько пожеланий, столько слов в поддержку Азамата. Я удивилась, что столько людей любят моего братишку и готовы на многое ради него. Спасибо огромное, спасибо. Еще хочу благодарность сказать и объявить всем людям, что у Азамата теперь есть адвокат Айман Умарова. Огромное спасибо ей за то, что она взялась за дело Азамата. Сейчас у Азамата дома беременная жена на 5-м месяце. 2 детей, 2 дочери. 2-й и 3-й класс. Они каждый день спрашивают у мамы, где наш папа, когда он придет, почему его не отпускают, что от него хотят, полиция, что он сделал. Мать не может объяснить, что он сделал, потому что он ничего не сделал незаконного. Мы очень волнуемся. Сейчас меня тоже трясет.